В Москве пройдут турниры и мастер-классы в честь Международного дня шахмат 20 июля. Под руководством наставников гости смогут выучить правила, понаблюдать за профессионалами и сыграть в шахматы с другими посетителями. В течение всей недели в столице будут организованы шахматные турниры. Например, 20 июля соревнования запланированы в Таганском парке. 21 июля в Гончаровском парке состоится турнир любителей и профессионалов. 22 июля в музее-заповеднике «Коломенское» для детей и взрослых проведут тематические мастер-классы. А 23 июля шахматные баталии состоятся в парке 50-летия октября. Прокачать свои навыки можно не только на турнирах. Например, в парке «Фили» есть летний шахматный домик, а в Леонозовском парке игроки обмениваются опытом в шахматной беседке.